болеть за своего друга. Да, мы пришли за Red Cat поболеть и драм-н-бас послушать. А вы прослушали первый сет Джеки? Как вам понравился? Ну, мне понравился очень, такой веселенький. А голосовать будете, исходя из дружественных соображений и объективно послушав сет? Нет, мне нравится вот этот диджей, который сейчас играет. И я просто посмотрю, как мой друг сыграет, и на основании этого буду голосовать. Вам вообще нравится этот проект? Да, очень. Ну, единственное, что очень мало людей, как-то не характерно, мне кажется, для таких проектов. А, ну интересно, для продвижения молодых диджеев я считаю, что такое необходимо. Приходите сюда с друзьями, будет побольше народу. Спасибо большое. Спасибо.